41-й районный слет конкурс юных инспекторов дорожного движения, организаторами которого выступили Управление госавтоинспекции и Управление по образованию Брестского облисполкома, прошел на базе средней школы номер 33 нашего города. Учреждения образования Ленинского района представили 13 команд. В целях воспитания законопослушных участников дорожного движения, привития детям навыков безопасного поведения на дороге, профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма проводятся слеты конкурсы юных инспекторов дорожного движения. Проведение такого мероприятия в первую очередь дает возможность детям самим узнать какие-то определенные новые аспекты в законодательстве, в правилах дорожного движения, ну и, конечно же, обучать маленьких детей дорожной грамоте. Большим плюсом при компоновке команд участниц слета конкурса стало то, что в каждой присутствовали ребята разного возраста, от 12 до 15 лет. И помимо теоретических знаний, необходимых участникам для победы в соревнованиях, им прежде всего потребовалось выстроить взаимоотношения друг с другом внутри коллектива для создания командной атмосферы. Порой это было самым сложным. В моей команде мои одноклассники и ребята с шестых классов. Вообще было сначала очень сложно. Шестой класс, ну, дети пока маленькие, еще очень вредные, бегают постоянно. Но вообще мы нашли общий язык и сработались. Слаженность и взаимопонимание внутри коллективов помогли ребятам из каждой команды продемонстрировать свои знания и навыки в заявленных конкурсах слета. Нужно отметить, что соревноваться пришлось в совсем не детских дисциплинах. Участники блистали полученными знаниями в теоретических экзаменах на знание ПДД, внимательный участник дорожного движения, оказание первой помощи пострадавшему, а также практических – в фигурном вождении велосипеда и агитационно-художественном представлении. По итогам конкурсов была определена лучшая команда. В интеллектуальных баталиях победила средняя школа номер 16, которая и представит Ленинский район на зональных соревнованиях юных инспекторов дорожного движения. Главная цель в нашей жизни, наверное, обеспечение безопасности детей. И поэтому я считаю, что именно проведение вот этих вот конкурсов способствует тому, чтобы юные участники дорожного движения знали правила дорожного движения, знали, как оказать медицинскую помощь в несчастных случаях, знали, как правильно передвигаться по дорогам. Игровая форма мероприятия вызывает огромный интерес у ребят, привлекает новых участников, параллельно вовлекая в изучение правил дорожного движения, а значит, поставленная организаторами цель достигнута. Наталья Луговкина, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.